Показатель постепенно снижается. На сегодняшний день в Бире вода упала на 11 сантиметров, однако уровень реки остается выше поймы. В областном центре и Биробиджанском районе продолжает действовать режим ЧС. В городе подтопленными остаются 5 жилых домов и десятки приусадебных участков. Их количество уточняется оперативными группами. Специалисты ежедневно выезжают по заявкам граждан, фиксируют причиненный ущерб. Частично остаются подтопленными автодороги по улицам Дальняя, Текстильная, Фабричная. По ним движение запрещено. Гидрологическую обстановку держат на контроле. На 24 августа прогнозируется прохождение циклона. Соответственно, ожидаем повышения уровня воды вдоль поймы реки Амур. Соответствующие рекомендации на основании прогноза, как я уже сказал, и разработанных моделей выданы всем органам местного самоуправления.